Сход граждан провели в 29-й школе села Нижняя Шиловка, которую не так давно капитально отремонтировали. Перед сходом в холле все интересующие вопросы жители Нижней Шиловки могли задать специалистам городских управлений. Транспорта, образования, ЖКХ, строительства. Вопросов, как говорят сельчане, с каждым годом становится все меньше. Многие проблемы за последние годы были решены, в том числе самые застарелые. Была отремонтирована дорога, решен вопрос с электричеством и проведен газ. Газификация идет в села Нижней Шиловки. Поменяли электроопоры, напряжение улучшилось. То, что не делалось десятилетиями, за последние 2 года отремонтировали дорогу. Построили детские площадки. После сельчане встретились с главой города Анатолием Пахомовым. Здесь вопросы задавали не только жители. Главный от мэра, почему такая слабая динамика по уплате транспортного, имущественного и земельного налогов. То есть 100 миллионов рублей вы не платите. За 100 миллионов рублей мы построили 2 детских садика. Анатолий Пахомов поручил контролирующим службам активизировать работу по взысканию задолженности. Также мэр напомнил жителям села, что в их обязанность, как и прежде, входит уборка своих частных подворий. В противном случае за несоблюдение правил благоустройства таким нерадивым хозяевам грозят штрафы. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.